Так, вот здесь я спал. Вот такой видок у меня хороший. О, шикарное какое здание. Ну и балкончик. Очень даже не общего направления. Ну вот. Хороших людей, подписчиков. Все, собрался. Вон он, велик. Ох, какой. Интересный. Динамо. Опа! Прям дворец. Здесь тоже какая-то штука. 1895. Да. Вон это убогое строение. Железнодорожная стекляшка. Боже мой, блин, какую гадость сотворили-то, а? Ой, бог ты мой. Вот это и то интереснее. Вот такой вот попадос бывает. Ха, придется вот сюда заворачивать. Врываемся помаленьку за город. Дорога тесная. Мне как бы на проезжей части хреново. Вот тут вот. О, какой-то церковь. Ничего такая церковь. Да, так все время приходится проезжать. Вот так вот. О. На музей на какой-то тут напоролся. Правда, не очень видно хорошо. Тут у нас заборы. Вот тут прикольный стоит какой-то, модерновый. О, какой. Он, по-моему, обыкновенный, только у него какие-то вот эти по бокам стоят. Фигульки. Прикольные. Ура, я почти выехал. Еще километров 10. И я выйду из Самары, наконец-то. Правда, уже темно будет. Где спать-то, хрен знает. Значок Самары был. Вон там он. Типа она кончилась. Речка Подовка. Или это не речка. Или речка. Наверное, речка. Но ее не видно. Где-то она там. Все еще едем. Самара кончилась, но не совсем. Заехал в какой-то помоечный полигон. Но я тут нашел более-менее чистое место. А там везде помойка. Трасса где-то там. Солнце заходит. Там хреновое место. Полигон приблизительно выглядит вот так вот. Здесь, здесь. Ну и там впереди. В общем, у меня вот такое романтичное полупомоечное место. Ну, помойка где-то там. Она везде, но вот здесь чистое место. А тут, по-моему, какие-то дачи, что ли. То ли они заброшены, то ли что, не пойми. В общем, здесь. Все, я почти уложился. Или уложился. Солнце вон там, вон. Ветерок, правда. Но я вот такие кусты только нашел. Нифига кустов нету, нифига. Вон там дерево есть, но оно прям возле дороги, по которой кто-то будет ездить. Все. Температура 11,3. Пока еще более-менее что-то видно в палатке. Сейчас я покушаю. У меня тут хлеб, яйца. Яйца, опять яйца. Да, снова яйца. Но с маслом. У меня от хостела осталось масло. Я там капусту. Кстати, у меня там капуста осталась. Ну, маленькая. Хрен с ней.
яйца с маслом, с хлебом. Все. И будем лечиться вот этой штукой. Ликер. Блин, тяжеленная штука. Господи. Ну вот все хорошо было. Все, зашибись. Лег. Все. Не лег. Начал кушать. О! Какой-то падла, паскуда, самарчанин этот. Блять, убил бы всех этих гадов, блядь. Ну поджег же, блин, скотина. Вон он разгорается. Хрен уже что там потушишь, блин. И причем ветер сюда дует. Вот что плохо. А он близко. Метров 50. Что-то не знаю, даже что делать. У меня пламя может довольно быстро пойти. Вот так вот. Вот такая фигня. Все, похавали. Яйца с маслом. Вообще на ура пошло вот это вот масло с яйцами. Взбить. Прям вкус такой. Офигенский получается. Ну и с хлебом, конечно. Какие там мужики там бегали. То ли затушили, то ли чего. Но воняет дико, конечно. Там уже темно. Вот так вот. Утро. А там у нас что? Да у нас там, ну, небо нормально. О, это впереди там что-то темное идет, что ли. Или это туда ушло, непонятно. Ну, короче, температурка 9,6. Хорошо так. Что самое интересное, ночью хлестало палатку всю ночь, вот буквально вот. Попутный ветер туда. Вот оттуда туда и мне туда. Ветер хороший, добрый такой, колбасил, блин. Утром все. Ветра нету. Но он есть какой-то такой. Слабенький. Вот такое природное свинство. Все время меня преследует. Вот все время. А я еще думаю, проснусь, встану. Сейчас как под ветерком ломану. Ага, где ветерок? Где он? Его нету. Все, я на трассе. Уже перед какой-то разбилкой. Какая-то скотина не написала этот. Трасса называется вот это вообще по карте. Самара Бурлустан, блин. Где Бурлустан, блин, я не пойму. Какая скотина не дописала Бурлустан? Озерко какое-то. Все, трындец кайфу. Хорошо шел прям по тридцаточку. Вот так вот. Ремонт. О, красота какая. Ё-моё. Правда, тут что-то болот, что ли, какой-то. Туалет какой. Прям маленький шедевр. Озерко. Еще одно. Еще немного красоты. Ох, блин, красиво. А на этой стороне почему-то зеленая. До 12 проехал ровно 60. Пошел дождь. А, ну я закупился. Вон пятерочка. И дождь пошел. Вот так. А где я нахожусь? Хрен знает. Навигатор не... А, во! По чеку. Этот. Город Отрадный, оказывается. Город. Так как у меня обед, я буду сейчас кушать чахохбили. О, 38. Да, 38 рублей. Ну, а что делать? Тем более, жрать охота. Я вот... Хлеб 20 рублей, вот эта фигня. Боже мой. Охренеть. А он легкий. Блин, только я жрать тут стал. А она вот такая вот. Тут какая-то курилка у них, что ли. Бабы какие-то понасыпали.
Там за углом тоже. Большое. О, пожалуйста, иди кури туда. Нет, падла. Вот здесь надо. Хотел зарядить здесь. Розетки есть? Они отключены, блин. Черт бы их побрал, блин. Какой-то туман пошел непонятный. Все такое белое. А тут поезд чешет. Я по той дороге поехал, идиот. На знаки не смотрю ни хрена, еду довольно. Ну она ж прямая, а это заворачивает. Оказывается, на этот, как он там, бога душу, мать, Руслан. Бога Руслан, что ли? Он туда идет. И мне туда. Сейчас только увидел, у меня украли. В этом чертовом отрадном. Мой альтиметр здесь висел. Альтиметр хрен с ним, там фонарик хороший был. Фонарик ушел, блин. Ну там альтиметр, термометр, что там еще, барометр. Да хрена там чего было. Вот так вот. Сколько, падла, говнюков на свете, а? Боже мой. Но, как бы, едешь и познаешь мир, думаешь, блин, сколько хороших людей и сколько говнюков, блин. Но говнюки есть, блин. Вот так вот, блин. Еще одна фигня. Дорога хреновая. Вон она, та дорога. Это другой район был. А это какой-то Похвистневский район. Мать родная. Вот это ни хрена себе. Вот это да. Все, палатку поставил. Фух. Не очень, конечно, тут место. Тут какая-то пашня, вот здесь нету пашни. Все. Кострик запалил. Ну, типа это. Типа я бушкрафтер. А то что-то походник, знаешь. Типа, ну, не по походному как-то, без костра. Ну, пожалуйста. Вот он, костер. Сейчас типа чаек изобразим в пивной банке. Во. Ну и куда-нибудь сюда ее поставим. Пускай. Так, ну что, настоялся уже? Эх. Сейчас. С метком. Запах какой шикарный. Ой. Да, вот такой вот медок тоже от Стаса. Да, жизнь удалась. Не, сегодня хорошо получилось, в смысле, ветер, не, ну, не попутный, но и не встречный. Дорога хорошая была, сколько там километров, потом, конечно, ад, но поначалу вообще ништяк. Прям, я сотню пролетел прям, 100 километров, а после 100 уже хреново стало. Итого проехал я, по-моему, 118 километров. Во. Так что вот так вот. Но, правда, вот потеря моего любимого гаджета. Я его оплакиваю сейчас вот этим чаем. Да.
Дождя, как ни странно, не было. Не знаю почему. Тучи черные надвинулись. Но нет. Ну, ночь-то будет. Или с утра. Тоже что-нибудь такое. Тучи мрачные, капец. Погодка просто омерзительная утром. 9:01 и такой мелкий паршивый дождь идет. Такой прямо мелкий. И вообще все мокро и хреново. Вот, дождь кончился. Не прошло и полдня. Так что теперь мы завариваем кашку овсяную. И может быть сегодня поедем даже. Может быть. Тут с дровами капец напряженка. От ивы от этой ни хрена толку нету. Одни вот эти вот тоненькая всякая фигня вот такая. Вот. А. Так. С клубникой. Хе-хе. Опа. Ага. О, запах какой. Мать её. Аж два пакетика. А. Ух. Хорошо. А, так, где? Опа. А то она кипит что-то. Кипеть не надо. Готово. Да. Ура, солнце вышло. Наконец-то. Но холодно. 9 градусов. Такая, блин, фигня. А я в горку вот потихоньку. Затяжная горка. Так, впереди какая-то деревня. Хрен знает какая. Деревня Поухвистнево. Вот так. Ничего так симпатично тут все это. Так. Куда-то в низину прём. Да. Оренбургская область. О, какие горы. Освещаются они вот этим солнцем, которое сейчас зайдет. Что-то где-то мне вот надо. Степь да степь. Все. Кострик у меня сегодня такой хороший. Греться буду, а то холодно. Что-то минус 5. Фу, минус 5, говорю, плюс 5. К вечеру. Хреново. Они, правда, вот стреляются, это плохо. Котелок у меня новый. Сейчас буду чай делать. А он у меня всегда новый. Я тут такой, в низинке. Тут типа речка, наверное, весной, но летом ее нету. Здесь такой рык. А то там ветерок и все такое. Закат. Палатка, вон она моя стоит. Вот она за кустиками. Я пытался спрятаться, оттуда ветер. Ну, такой ветерок дует. Ну, кустов нету. Все. Так что, ладно. Чаек. Ну все, заварился. А-а-а. С мятой и с настойкой. Ух ты. Ой. Да. Вещь. Жизнь штука сложная и разнообразная. Одни диван давят дома, оправдываясь. Другие костер жгут где-то в степи Оренбургской области.